страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России. Как передает канал 13 со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ, сказал он. Замминистра рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и блогеров местных государств. Никакой правоприменительной практики гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет, заверил Горовой. Согласно официальной статистике МВД, сегодня в России находится более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч из Таджикистана, 152 тысячи из Украины, 120 тысяч из Азербайджана, 115 тысяч из Киргизии, 61 тысяча из Армении, 56 тысяч из Молдовы, 49 тысяч из Казахстана.